Вот моя машина, стопаки светятся, а третий стоп-сигнал не работает. Лампочка там перегорела. Сейчас будем ее менять. Подлезть к патрону стоп-сигнала можно через багажник. Здесь есть техническое отверстие, в котором виден патрон стоп-сигнала. Нужно его провернуть против часовой стрелки и вынуть. Удобнее, конечно, это делать двумя руками. Одной рукой держим патрон, второй выкручиваем лампочку. Пол оборота. У лампочки есть один контакт и одна спираль. Стекло внутри все черное. Лампочка имеет такую маркировку. Я купил такую же новую, с одним контактом и одной спиралью. Также в автомобиле есть похожие лампочки с двумя спиралями и двумя контактами. Они используются в основных стоп-сигналах. Одна спираль на стоп, а вторая на габарит. У лампочки с двумя спиралями боковые штифты расположены на разных уровнях, а у лампочки с одной спиралью штифты на одном уровне. Поэтому их нельзя воткнуть не в свой патрон, хоть на вид они и похожи. Берем лампочку с одной спиралью. Втыкаем в патрон и проворачиваем, чтобы штифты стали до упора. Теперь патрон вставляем назад и прокручиваем пол оборота, чтобы зафиксировать его. Стоп-сигнал работает. Ну вот теперь все три работают.